Беларусь рассчитывает собрать около 10 миллионов тонн зерновых вместе с рапсом и кукурузой. Об этом заявил сегодня президент Александр Лукашенко, посещая Брестскую область. Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, к установленному сроку 20 августа завершить уборку должны все области, кроме Витебской. Государственный заказ по зерну будет выполнен в полном объеме. Президент поручил заготовить до миллиона тонн и обменять резервы. Старый хлеб отдать на корм, а заложить из нового урожая. В целом глава государства отметил активизацию хода уборочной кампании, но потребовал на 10-15% ускорить темпы. И вот свежие цифры с полей. Более 3,5 миллиона тонн зерна. Таков намолот на это утро. Белорусские аграрии убрали уже почти половину площадей. И сегодня Брестский регион должен стать первым миллионером. Он по-прежнему лидирует. Намолот здесь на утро 964 тысячи тонн. Следом столичный регион свыше 780 тысяч. Гомельская и Гродненская области идут почти вровень. У регионов более 600 тысяч. Урожайность по стране выросла. На сегодня с гектара собирают 35,8 центнера. Картины, которых уже нет. Выставка «Песочные графики» открылась в Минске. На стенах 38 фото уникальных работ художников из 5 стран. Произведения можно увидеть как живьем, так и на фото. Песок – один из самых непрочных материалов. Посетители могут и сами понаблюдать за созданием шедевров. Их ждут лекции, музыкальные вечера и мастер-классы. В галерее стоят специальные приборы для рисования, так что оставить свой след на песке сможет каждый.